найдем в разговоре. Хорошо у вас, уютненько. Да, как дела-то, Петр Семенович? Вы знаете, я здесь... А у меня плохо. Я, Петр Семенович, курить бросил, воздуха мне не хватает. Так это же здорово, значит, будете здоровенький. Ты со мной поговорить хочешь, да? Да, да. Проиграл! В шахматы проиграл я! Самое дорогое, что у меня на земле было, курение мое миленькое. Вы умеете играть в шахматы? Что ты, Петр Семенович, в шахматы я играть совсем не умею. Я вообще не понимаю, что там делается. А зачем тогда садились и играть? Дурак, потому что не я, комбат дурак, чего задумал. В части у нас шахматный турнир устроить, а я совсем, Петр Семенович, не бум-бум, вписался. Оп! Вот так! Помнится, в 77-м году в Багио Корчной с Карповым так же играли. Товарищ комбат, я честное слово прошу, дайте сосредоточиться. Да пожалуйста, сосредотачивайся. Только помни, Задов, проиграешь, бросаешь курить. А если выиграю, а? Если выиграю? Ты у меня. Ну, если ты у меня, Задов, выиграешь, я, пожалуй, застрелюсь. Какова была диспозиция? Диспозиция была такова. Я лежал, комбат сверху. Шутка вот такая. И еще маленькая хреновенька в уголочке. Я вот так ходил. Неправильно оказалось. Теперь не курю. Все. Так а ведь вы, Василий Петрович, могли выиграть. Вот. Походили бы вот так. Шах и мат. Поздняк. Нервы трепать мне, Петр Семенович. Все, проиграл, не курю. Так в том-то и дело, что не поздняк, не поздняк. Я же вам с самого начала пытался объяснить, а вы не слушаете. Я совершил величайшее открытие в мире, машину времени. Теперь все не поздняк, можно все переделать. Ты лучше расскажи, как твоя хреновина работает, а? А я беру неодушевленный предмет и на 5 минут переправляю его в прошлое, а потом возвращаю назад. Ну, а скажем, если этот неодушевленный предмет, ну, скажем, прапорщика? Я прапорщиков не пробовал. А ты попробуй, Петр Семенович, попробуй меня отправить на недельку в прошлое, а в тот самый момент, когда мы с комбатом в шахматы играли. Я теперь-то знаю, как этой башенкой ходить. Я бы его раз-раз-раз... Шахмат выиграл, в санаторий поехал, там курю себе, нервы восстанавливаю, а? Ну, понимаете, тут есть тонкость. Какая? С точки зрения временного континуума, так. Вы уже в прошлом есть, но тот, который неправильно ходит. Вот, я тот, который я, подкрадусь к тому, который не знает, и скажу ему, башенкой ходи, башенкой, а? Нет, дело в том, что вы не можете встретиться в прошлом друг с другом. Чего это? Потому что тогда все взорвется. Взорвется все. А я и так не курю. Пускай все взорвется. Шучу, шучу. Ты меня, Петр Семенович, отправь на 5 минут туда-обратно. Я там что-нибудь уж сам придумаю. Готовы, Василий Петрович? Ой, да готов, готов. Держитесь крепче, отправляю. За что держаться? За трясло! О, бумаги нет, бачок течет, козуля на стеночке, кажись, мой туалет. Оп, вот так. Помнится, в 77-м году в Багио Корчной с Карповым так же играли. Товарищ комбат, я честное слово прошу, дайте сосредоточиться. Да пожалуйста, сосредотачивайся, только помни, Задов. Чего тебе задумал? Да, пустяки, Тарас, ты 100 рублей заработать хочешь, а? Ну, конечно. Надо мне домой сейчас позвонить и наврать мне же, что моя жена здесь у тебя со Степаном кувыркается. Так, а в чем твой дьявольский подвох? Ой, да какая разница, Тарас, ты 100 рублей заработать хочешь, а? И то правда.
Иду звонить. Правильно говорить, звонить. Алло. Да, я. Что? Куда? Куда бегал-то? Ходил, товарищ комбат, торжественное. Торжественное, говорю, переодеваться, чтобы мат вам поставить. Пора мне. Не может быть. Ой, все на месте-то. Фу, пальчика нет. Ой, ё-моё. Фух, слава богу, вы вернулись, Василий Петрович. Тряхануло, Петр Семенович, трах-трах. Ну, теперь прячьтесь. Отлично, а ты меня ищи. Зачем вы там прячетесь? Так разыскивают вас за убийство комбата. Вы когда ему мат-то поставили, события дальше так развивались. Давай, помоги. И что теперь? Да ничего. Неделю вы от всех скрывались. Семья от вас отвернулась. Дети, все. Зачем вы вообще полезли играть в шахматы, если ничего в них не понимаете? Я же не лезу командовать строем. Я не помню. А, хотя помню, помню, хотя не очень, но помню. Месяц назад это было. К нам с инспекцией приехал генерал Писька. А, Сиська, путаю. Давай-ка жару поддай, комбат. Есть. И простату, простату помассируй. А, хорошо. Это ты там чем ткнул-то, а? О! Ага, давай. Непонятно, что я... Вот все-таки холопская у тебя, Тарас, душонка. А у тебя, значит, нет. Из графилов вы, да? Пока нет, сейчас зайду к товарищу генералу. Он скажет, кто такой, я скажу, кто-кто, дед Пихто, прапорщик Задов, слыхали, наверное. Он скажет, про прапорщика не слыхал, а про лейтенанта Задова слыхивал. Ага, и он тебе за это дело сразу же подарит свои часы генеральские. Желтые, антипесочные. А, не исключено. Кто такой, чего надо? Прапорщик Задов, чего изволите? Задов, чего изволите? Мудреная фамилия. Давай-ка песню запевай! Ага, я не обучен, ваше высокоблагородие, товарищ... Генерал Сиська. Хреновые у тебя пальцы, комбат. А это их новые по части художественной самодеятельности. А зато пуму, пуму они. А, да, умные мы очень. Мы в шахматы играем с компьютером 13-2. Счет в пользу нас. Вот. Шахматы. Шахматный турнир проведешь. В части. А победителя... В санаторий отправишь в наш военный отдыхать на день. Вот, комбат, давай всех в шахматы обыгрывать. В санатории разговеться денек решил. Давай-ка, Петр Семенович, отправляй меня назад в баньку. Попробуем.
раз. Все-таки вот холопская у тебя душонка. Холоп ты, значит, жирный, гнидая, усатая, да? Ага. А у тебя, значит, заду, как бы родословная из графью, да? Получилось, но еще хуже. А мне понятна твоя вековая печаль и беловежская пуша, беловежская пуша. Хороший боец, как фамилия? Прапорщик Пустушенко, будь она неладна, расстураться. Да нет, не прапорщик, лейтенант. Знаешь что, лейтенант, порадовал. На тебе часы генеральские, желтые, пескоустойчивые. Да. Служу России. Трибунал. Будем думать. Дальше был трибунал, суд офицерской чести, позорный развод с женой, потеря последнего имущества и достоинства. Вот чёрт, а! Если бы я тогда петь умел, я бы на такой концерт в бане забацал. Да я не умею. Мне медведь в детстве на ухо наступил. Не в переносном, в прямом смысле. В зоопарке, в Ташкенте. Хотя нет. Был у меня случай лет 20 назад, когда я мог петь научиться. Мы тогда с Пастушенко вместе в одной палате в больничке лежали, ну, снежку желтого на пару откушали. Молодые были, глупые. Все, что разноцветное, сразу в рот тянули. Тарас, а? Замкнулся бы ты, надоел своим бренчанием. Мешаешь мечтать. А? Ты бы заду не мечтал, а занялся бы самообразованием. Ну, там, на гитаре научился бы играть. Или английскому языку. А то устал врага забросит, а ты ни слова. Ленин, was born in the Симбирск. Интересно, почему Пастушенко с такой тягой к знаниям к генералам не стал? Стал бы, как пить дай, стал бы. Я же говорю, вместе мы в той палате лежали. Дело так было. Не для того мы советскую власть везде расставляли, не для того церкви по всей стране сносили, чтобы ты меня здесь английскому языку учил, понял? Фу, гад! Ах ты, гад! Пришлось пол мозга бойцу отрезать. А какие надежды боец подавал. Да тихо. Ах, черт. Все. Отправляй меня, Петр Семенович. 4 августа 28 года. Только недавно Ленин помер. 82-го. Отправляй. Смотрите, Василий Петрович. Это дание прошлое. Не напортите там чего-нибудь. Нахал, ах ты нахал, Петр Семенович. Тогда я портил чего. Отправляй. Забылся бы ты, надоел своим примером. Мешаешь мечтать. Зинаида Петровна. Вы знакомы? Да, конечно, нет. Просто я педагог. Ай, домосек. Ай, телепат. Вот, телепат. А еще я папа римский, шутка. Я папа, так сказать, отец солдатика из 6-й палаты Васи Задова, да. А? Чего? Чего? Между прочим, он солдатик-то солдатик, но он без 5 минут лейтенант. Может быть, даже старше, да. Может быть, даже посмертно, да. А дед у него, между прочим, тоже не пентюха,
член, этот член. Политбюро? Точно, бюро, да. Причем, как я слышал, один из самых крупных. А вы знаете, ведь я секретарь комитета ВЛКСМ нашей больницы. Зиночка, Зиночка. Поэтому, Зиночка, вам первое, так сказать, партийное задание. Вы сейчас ступайте, голубушка, к моему сыну. Вот, и поднимите ему. Поднимите ему? А, уровень его самообразования процент... Уровень его самообразования процентов так на 200-300. Я запишу. 200-300. Ёлки, извините. Дорогой прапорщик, задом. Я живой. И не для того бы советскую власть устанавливали эти церкви жгли по всей стране, чтоб ты мне английского учил, понял? Фу! Гадина! Убита! А между прочим, ничего плохого в изучении английского языка нет. Надо, товарищ будущий лейтенант, повышать свой уровень самообразования. Вот скажем, умели бы вы играть на гитаре, по-английски бы пели, глядишь, к вам бы потянулись самые красивые девушки нашей больницы. Виновата. Не понял, есть здесь кто, а? Пиво, команданте! Я так понял, Петр Семенович. Моя жизнь наладилась, а? Ваша, да, Павел Лучезарный. Вы единоличный правитель нашей банановой республики. А темно почему, а? Так, светомаскировка, война же у нас. Вот. А с кем? Да со всеми. Мы воюем на 3 фронта. Ага, на 3. Жена-то твоя, Зина, где, Петр Семенович? Зина не моя жена. Она теперь ваша наложница, главное. Вчера на Красной площади самолично 100 ваших врагов расстреляла. А пойду-ка я к себе Кремль съезжу. Да вы что? Вам надо немедленно возвращаться назад, на 20 лет назад. Нельзя задову на гитаре играть, учиться. Война начнется. Ты, Петр Семенович, пошел бы от команданта куда подальше. Или на фронт захотел, а? Пиво, команданте! Вот, пошел я. Чего делать? Все потеряно. Нужно быть там раньше него на 3 минуты. И все исправить. Но прежде я, как всегда, должен самому себе оставить письмо с описанием событий. Да. Дорогой Петя, когда ты прочтешь это письмо? Василий Петрович! А, Петр! Семенович, вы чего здесь делаете, а? А я опередил вас во времени. Ну, чтобы спасти. Нельзя вам, Василий Петрович, на гитаре-то учиться играть. Война начнется. Отлично. Я до генерала дослужусь. Не дослужитесь. Вас первым убьют. А если я на пианине, а? Как Элтон Джон. Я. Чего же делать-то, а? Ничего не делать. Вот так вот, стойте и ничего не делайте. Я сейчас исчезну. Встретимся в будущем. Я посижу. Прапорщик. Зачем тебе бита, Петр Семенович? Зачем тебе бита, Петр Семенович, а? Ой, люди добрые, проветрите мне груди. Ты что это делаешь, а? Пупа ботаническая, а?
Ломаю машину времени, чтобы не было больше соблазна менять прошлое. Ой, люди добрые, скажите мне, что я этого не слышал. Я ж когда отправки-то в будущее ждал, пока сидел в прошлом, билетик себе лотерейный купил. 10 000 рублев старыми. Мне же они не здесь, мне они там, в прошлом, нужны были.